Ну что, ребят, в общем, приехали на матч. Вот он, Сапсан-арена. Сегодня наши играют с этими, как их назвать-то? Черноморцами. Черноморцами, да, вот. Наш флаг, Арсенал. В общем, сейчас был матч. Здесь вот, как говорится. Ну вот, ребят, смотрите, здесь еще строится. Может быть, нам на другую арену. РЖД, вон там еще какая-то есть. Сейчас пойдем туда. В общем, болельщики идут. Болельщики идут. Да. Вот так вот. Ну вот, ребят, наша арена. Сейчас будем здесь играть. С черноморцем. Побеждать, да, пардон. Побеждать. Ну, говорят, здесь закрытая арена. Тепло там будет. Вот такой пейзажик кругом, смотрите. Такой вот пейзажик. Как бы так вот. Как бы так вот. В общем, народу полно. Народу полно. Собирается народик. Болельщики тульские приехали. Черноморские. Вот там уже тусуются. Не, ребят, извините. В общем, вот наша арена РЖДшная. Открытая. В общем, мы здесь будем. Сегодня. Вот такая вот она. Красота. Ну вот, ребята, арена РЖД, Сапсан-арена. Вот такая красавица большая. Ну, плохо, что открытая, конечно. Так. Нормально. Ну вот, ребят, такие билетики дали. Видите, Арсенал, Черноморец. Москва, Сапсан-арена. 16:30. В общем, народу полно. Полно. О, ребят, смотрите, еще такой нормальный купленный набор. Рядом прям с Сапсан-ареной. Так что здесь можно прям еще и боксом позаниматься, потренироваться. Ну, кстати, туалеты здесь неплохие. Так что имейте в виду, когда на матч приезжаете. Вот так вот. Так, ну что, идем, ребят, на арену. Народу полно. Народу полно. Сейчас билетики покажем. В общем, идем. Слушайте, здесь прям так прикольно подниматься. Конечно. Слушайте, прям какие-то прям эти. О, круто. Так. Ух ты, аренда какая, ничего себе. Круто. Круто. Наш флаг, Арсенал, тетка. Бабушка. О, наши ребята зажигают уже. Слушай, ну поле идеальное, конечно, поле класс. Обалденно. И погода удалась. Погода удалась. Накануне состоялись 4 матча от результатов. Дивизия «Торпедо Москва». «Сокол» «Динамо» 1. Дула! 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 Дула!
Ну что, надеюсь, мы победим. 2-0 минимум. Возьмем победу эту. Вот, ребят, начало матча. Наши ребята. Там наши конкуренты. Черноморцы. Ну пока 0-0. 7 минут сыграли. Так. Перекличка. Из фанатов был бы скучен, да? Футбол. Давайте на два удара барабан. Эй, я столица, эй, эй, я столица, эй, эй.
ребят, у нас тренировочка, сейчас разминочка перед вторым таймом. Это наши арсенальцы, а это черноморцы. Вот так. В общем, пока 0-0, перерыв. Вот такая, ребят, Сапсан-арена. Ну, не совсем идеальная, конечно, открытая, но поле, конечно, хорошее, неплохое. Вот так. Вот ребята бегают, упражнения отрабатывают всякие. А, ну, да, согласен. Ну, вот ребята, смотрите наши, видите, оп-оп-оп-оп, коленки поднимают. Черт, тренируются. Надеюсь, тренировка пойдет на пользу. Разминка. И счет будет в этот матче 2-0 Арсенал Черноморец. Черноморец, пардон. Да, Черноморец. Бывает. А вот, ребят, еще одно упражнение, видите? Ускорение. Ускорение. Молодцы, молодцы. Ну, наша команда, я надеюсь, она когда-нибудь будет чемпионом России. Не меньше. Мы надеемся, ребята, на вас. Надеемся. Молодцы! Ну, коряво, но забили. Мяч в ворота команды «Черноморец» забил игрок под номером 11. Сергей Грачев! Ура! Thank you.
все, ребят, наши победили 2-0. Молодцы. Все, 2-0. В общем, отличный матч. Не зря приехал. Тула, как всегда. Арсенал. Молодец. Это наш барабан, ребят. Фанатский. Классно. Под него мы кричим кричалку. Вот Черкизова арена, Сапсан арена. Вот так. В общем, 2-0. 2-0.